Самое главное слово в немецком языке. Фриш. Фриш. Свежесть. Ну, чтобы не было, чтобы не пахло, все должно быть свежее. Фриш, фриш, фриш. Герман немец. Он не играет в карты, потому что расчетный. Вот и все. Или русы. Ой, да какой ты к черту русский, да? Русский, ага. Опять эти деньги силы не имеют. А в Германии деньги тверды. Они ходят по 300 лет, грязные и замасленные, а действующие у нас... Фух. Будет война. Должна быть. И показывает свой багаж. Это плохо, не вдруг. Что он говорит? Я не могу без смеха. Слышишь, когда немцы пытаются говорить по-русски, ужасно забавно. Скажите, какие мы нервы. Если они обесценились, если цена 10 копеек стала за 0 копейки, ну куда их? Только брусь. Они протирают мне карманы. Пускай лучше катаются по полу. Бесплатно. Красиво. Тебе старая когда завещала наследство, ну ты можешь тоже бросать, ну? Да черта с два, старая ведьма. Она проживет вечность, если кикает. А к тому же она не помнит. Или могла бы стать еще богаче. И вот тогда, может быть, ее наследство... Черт, я лопну. Что, не знаешь эту историю про тройку, семерку, тут, а? Но все же знают. Я расскажу, а?
Делать такие шихты. Я почти на хаос. На хаос, на хаос! Надоел со своим на хаос. Ну кто тебя дома ждет, а? Я был у него дома. У него зяб огромный. Прям огромный перестанет. А я знаю, что он делает. Он приходит домой, раздевается, становится напротив зеркала нагишом и рассматривает себя. Ой. Кстати, ну, расскажите про бабушку, которая не понтирует эту историю. Чёрт! А мама! Эта история меня ужасно забавляет. И еще что-нибудь про ее камеристку. Такую свеженькую, пресвеженькую Елизавету Ивановну. Прекрасный колокольчик. Удивительно, я вам так признателен за этот презент из Германии. Ну, ну что ж удивительно, что 80-летняя старуха не поддерживает. А что, правда не знаешь эту историю про тройку, семерку, тут? Ну все знают. Хорошо, я расскажу. Итак, надо бы знать, что лет 100 тому назад бабушка моя ездила в Европу, Париж, Берлин, и была там в большой моде на Ронберна, чтобы посмотреть на Московскую. Московская Венера, так ее звали. В Париже Ришелье за ней волочился. И бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости. Людям, послушайте, надо бы знать, что дамы при дворе в то время играли фараон. И вот как-то раз бабушка провела очень, ну очень много. Приду дамы, отлепивая ушки от лица и отвязывая фижмы. Фижмы! Объявила дедушке о проигрыше. Дедушка узнал по столь разной сумме, вышел из себя и начисто отказался от платежа. Послушайте, бабушка дала ему пощечину и легла спать одна. Ага, совсем одна. Одна. Потом решил танцевать, мужу надеюсь, что над ним подействовало наказание. Но куда-то, дедушка мунковал, и нет, да и только, бабушка не знала, что делать. Надо знать, что бабушка была знакома с человеком замечательным очень коротко. Но понимаете, что значит коротко? Вы знаете, Гассен Шерпен, он выдавал себя за вечного жена. А Гассен, говорили, что он изобрел эликсир вечной молодости и философский камень. Она вечно жить на Гассен. Она написала ему записку, где просила немедленно приехать. Он явился и застал ее в ужасном горе. Она писала ему все варварство своего мужа и просила его, наверное, помочь. Доктор, я могу услышать вам данные суды, но зная, что вы не будете покойны, пока не расплатитесь со мной, я не желал бы водить вас в новый клуб. И тут есть, он открыл тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал. Тройка, семерка, туз. Именно так. Тройка, семерка, туз. Дразни нас. Вот-вот. Бабушка явилась на игру, слегка извинилась, что не пришла всего того. Поставила одну за одной три карты. Все три выиграли ей Соника. И бабушка отыграла все остальное. В случае не верю. Мерхен! Абсказка! Может, порошковые карты? Не думаю. А почему? Дразнили нас, тройка, семерка, туз. А откуда известно? Кто пустил слуг, я пробовал, на эти три карты не выходит. Значит, не дразнили нас, а что тогда? Как? У тебя есть бабушка, которая угадывает три карты к ряду, драй карты, а ты до сих пор не перенял у нее ее кабалистики. Черт, а знаю, как старая ведьма. У меня было трое сыновей. Том же и мой отец. Все трое отчаянные игроки, ни одна Мона не открыла свои тайны. Хотя это было бы не круто для них. И даже для меня. Бабушка
которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то жалилась над Чаплицким. Она дала ему эти три карты с тем, чтобы он их поставил одну за другой и впредь больше никогда не играл. Чаплицкий явился к своему победителю, поставил на первую карту 50 тысяч и выиграл сами. Загнули пароли, пароли П, отыгрался и еще остался выигрыш. Мерк, сказка. Что ж ты всякий раз бледнеешь, когда рассказываю эту дешихту? Неправда. Ты прав. Наследство не дождаться. Ненавидит меня. Пусть. Ара! Уже расцвело. Ну что ж, было очень мило. А это немецкое что-то изобретение, скажи. А что у нас завтра? Завтра утром похороны графини Ланской. После обеда свадьбы ее камеристки. Такой свеженький, пресвеженький прелестниц. Вечером опять в карты. И так каждый день. А весело в России. В Германии скучно. А вот это зайдет. Прощайте, хер. Хер. Пошло! Жопа, две жопы! Красиво. Утро. Герман, а чего тебе не поехать в Германию, а? Я вот русский, а я то по полгода живу за границей. Там жизнь. А мы лава. А там цивилизация. Дома. Дороги, небо, луна, все другое. Вот отыграюсь, возьму денег и уеду. Германия, Deutschland, Германия! Стой. Ты заметил, что есть сходство в твоем имени с именем твоей патриархии Германии, а? Мазульдас. Немца. Кимчуренок. Русса. Какой ты к черту русский? Русские они молодцы. Я тут на подбор. Ты все. Вот. Говорили назад, а теперь? Мало ли, что я говорил. Я свободный человек. В свободной стране. В самой прекрасной в мире стране. Бред. Они везде. И они пыль. Пыль везде. В самой лучшей стране. Так что ты, дурак, германец, я пьян. Ты меня оскорбляешь. Тобой я нужно. Я бедный, ты меня оскорбляешь. Оскорблять. Да. Надо же, по-немецки-то так вот. И не скажешь, а... Ахмах, да смех! Слушай, горячая, какая немец! Знаешь, тебе нужна эта богатую жену, чтобы она тебе была трикэвэдэк, трикэвэдэ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 кэвэд
Это моя бабка.
мой милый Герман. Герман, господин мужчина, господин муж, если переводить буквально. Ну что, ничего, а? Познакомить тебя с моей мамой. Она тебе поди, Рикардо открой. А знаешь, как она любит раздеваться и показывать свою татуировку на руке, а? Вот перед ней, вот перед всеми. Дура! Она думает, что это красиво. Она не понимает, что смотреть на это без боли, без отвращения невозможно. Ненавижу! Ненавижу. Ненавижу и завидую тебе, немчура проклятый. Как же я ненавижу своих родителей, что родили меня здесь, в Росляйте мои. Итальянцам ты не хочешь, хоть папуасом, а я русским! Шмот ты поганый, это тупость, лень и пьянство. Что не наглее, то впереди, что не тупее, то наверху. И правильно, команду, а ты танцуй. Почему бы не попробовать своего счастья? Остаться ее любовником. Ей 87 лет, она умрет через неделю. И рискнуть. Вот кого ненавижу. Просто терпеть не могу.
Мерзавец. Картежник. Только и ждет моей смерти. Шиш. Он еще не знает, что я буду жить вечно. Вечность. Что-с? Ничего. Что там еще пишет этот мужик? Есть много таких хозяек, которым сколько бы не давал им муж, много или мало. А это все равно, но только деньги тратятся. Ты не знаешь их, а? Деньги, ха, деньги. Деньги, о, копейки. А? Когда я буду жить вечно, мне это железо не понадобится. Тебе, да, бери, бери. А? Ты не помрешь, а вот я. Что-с, ничего. Так, слух думаю. Или думаешь, что я сошла с ума? Мне все равно. Читай дальше, блядь. Ну, есть у тебя что-нибудь другое, ну, новое, ну, только не из нынешних, ну... А не хотите разве что-нибудь из русских? Из русских. А разве есть русские романы? Нет, не надо. Читай эту. Итак, попроси мужа, чтобы он еженедельно выдавал тебе раз и навсегда определенную сумму денег. А хорошо было вчера. Весело. Танцевали до 5 часов. Ясно. Да. А как хороша была Елецкая. У нее, наверное, уже есть пара. Милая. Да чем она хороша? Такова ли была ее бабушка? Графиня Дарья Петровна, она по чаю уже постарела. Графиня Дарья Петровна. Да как же постарела? Она ведь всем как умерла, да не умерла. Молчать! Заткнись. Заткнись, заткнись. Эндыхо. Ты что, не знаешь, что от меня скрывает смерть моих сверстниц? Запусти губу. Как будто я дура, не понимаю, что все уже вымерли, одна я осталась. Потому что я не клюнь, потому что я вся обнула. Я буду жить вечность, Эрит Кай. Ненавижу немцев. А приходится их любить. Мы варвары. Они с небес сошли. Да? Самая лучшая страна? В мире Германия. Хасен Дизестант. Да-да, Гнадики прав. Поняла, нет? Я поняла. Что поняла? Я поняла одно слово. Какое? Хасен. Ненавидеть. Ну, это хоть успехи. Самое главное слово поняла. Читай дальше, Гнедик Храм. Читай. Итак, попроси мужа, чтобы он еженедельно выдавал тебе раз на ночь. Попроси мужа. Да где его попросить? Как его попросить? Ему нужно сначала заиметь, а потом уже просить, потом уже быть хорошей хозяйкой. Я так и думать нечего, поняла? Да, читай дальше, Гнедик Храм. Итак, попроси... Стой! А где вот этот пузырек? Вот, Гнедики Фрау, а я всегда его на шесть ношу. А сегодня с утра я уже 3 раза его нюхала. 3 раза? Да. Сосчитала. Фу. Теперь моде не это. Вот. Немецкая. Самое лучшее. Я этим умоюсь, когда захочу. Изобретение Сен-Жермена. Вечного жида. Неправда! Что он был француз, он был немец. Читай. Итак, попроси мужа, чтобы он еженедельно выдавал тебе раз и навсегда определенную сумму денег. Хотя бы на самом деле твои еженедельные расходы на провизию были средним числом. Читай дальше, Гнедик Храм. Читай. Итак, попроси мужа, чтобы он еженедельно выдавал тебе раз и навсегда определенную сумму денег, хотя бы на самом Стой. Деле. Скажи, я красива? Очень, Гнедики Фрау. Молодая?
Да, с гнедики фрау. Моложе старше. Во много раз гнедики фрау. Сюда иди. Ну, кто из вас моложе будет? Кто моложе, ты или я? Вы с гнедики фрау. То-то и оно, то, что я. Читай дальше, гнедики фрау. Учишься немецкий? Учусь. Французский лучше дается, немецкий хромает с произношением. Хромает, ну. Значит, замуж она, ну? Небось, хотела бы за какого-нибудь немца уехать, бы хотела, да? Да, ты. Стоять. Хромоножка. А потом мне читать не приходится, но не тут правда. Ты должна хотя бы чуть-чуть, хотя бы немного. А немецкая? А немецкая, знать немецкий. Значит, тебе платить надо, гнедь. Найми! Не дура. Я заплачу тебе деньги, куда ты их деваешь, на оборке, на чепчике? Найму с гнедики фрау. Ну, что ты плачешь? Чего ты плачешь? Ну, столбняк на тебя нашел, что ли, а? Ты меня не слышишь или не понимаешь? Я, слава богу, не картавлю, не постарел еще. Ну? Ладно. Вели закладывать карету, поедем покупаться. Стой. Ну, куда же ты бежишь? Одеваться-с. Сядь здесь.